остановке в этом году 135 лет. Сколько? 135. Почему? Вот столько ей лет. Такая вот уже старенькая у нас деревня. 135 лет тому назад на самом юге Уральских гор появилось село, которому дали имя Сосновка. В то время, когда на месте нынешней Сосновки было всего несколько поселенцев, по береговым склонам росли высокие сосны. Это был сосновый дуб. Между холмами протекала неширокая, но быстрая река. Первыми поселенцами были башкиры, которые жили в устье реки. Они и дали название сначала реке, а затем селу. Река и село башкирами названы были Каргалы-Узяк, что означает в переводе «сосновка». Приехал сюда первый раз, вот увидела нашу Сосновку, вот что тебя больше всего поразило? Природа. Природа? Тут еще неподалеку есть такие речки, они такие красивые, особенно которые вон там. Да? Угу. А ты знаешь? Село простирается от устья вверх по реке больше, чем на километр. Наше село находится на самом западе Кваркинского района. Я не была в Сосновке больше 10 лет. Вот, так что, но для меня она почти не изменилась все равно. Да. Хоть и говорят, что она изменилась, хоть и дома пропали некоторые. Но для меня Сосновка вот как была, вот такой вот замечательной, такой и осталась. Понятно. Какое самое красивое место у нас в Сосновке? Да, Рыбинский мост нам нравится. Мы туда заедем, там посмотрели. Это из детства воспоминания? Ну, рыбачить туда, наверное, ходил, да? Все детство там. Интернет у вас теперь будет? Ну
в самом Новокузнецке. Нет, прям вот как ехать на горы, где могилки, вот как-то вроде напротив. Да, да, там я крестик поставил. Вот там, да, еще крест стоит. Нет, это что за место такое? Это место. Как рассказывала бабушка, Лань, бабушка Лиза, вот она девчонкой была. Революция произошла, безвластие в 18-м году было, никого не было. Тут в деревне банда своя организовалась. Они верховодили все из деревни, и неугодных, кто не подчинялся, или чего, ну, короче, и Новокурским верховодили. Ну и неугодных, кто там, я знаю, не больно знаю, Новокурский мельник там был, бабушка Клань сказала. Я не знаю по счету, сколь они их набрали. Тут вот, где вот развалинный дом Тоська Ермолаева жила, вот, под Дедей Гор, Артамонов жила на задах, амбар был. Деревянные. Они их туда всех столкали, привязали веревками им спереди и сзади. Вон камень, плетняк есть по камню. Они раздетые только в одних трусах, чтобы они не сняли, и осенью, чтобы быстрее простыли и чего. Был. Короче, они их подержали тут, уже холода сильные стали. И ночью туда угнали, утащили, увезли. А там лошадей, что ли, туда сбрасывали. Там была яма выкопана. Ну, их туда сбросили и камнями сверху добили и закопали. Когда было особенно трудно вот у нас в деревне для людей, для рабочих? Когда, пап? В войну когда. 41-й, 42-й, 43-й год. Детство прошло хорошее. Вот, а война началась, и все сразу это. Сразу стали голодать. Хлеба нету. Вот, жили в поле. В бригадах. Дома не жили мы, подростки. Кормились там в бригаде. Работали за трудодни. Вот. И там питались. Что повара что сварят нам, лапшу или затируху, что. Вот. Но большинство без хлеба. Хлеба не было. Пап, ты рассказывал, в День Победы в Бриенте, да, ты узнал, когда был? Нет. Нет, когда? День Победы? Когда война закончилась? Да, 9 мая мы ездили в этот, в Кардаиловку, в колхоз. Колхоз там выделил нашему колхозу проса для посева. И вот мы ездили, бригадир наш полеводческий, дядя Яша Масленцев, я и Василий Степанов. Мы грузили в мешки это проса, а ездили на быках. Два быка и колода. И вот поехали сюда. Погода была очень хорошая, солнца не было, пасмурно. Но зелени было мало, все зелено. И вот мы где через четвертую этой дорогой ехали, а тогда же этой улицы не было, где вот сейчас Сашка Семчин живет. Этой улицы не было, здесь проход был. И проулок был, вот дядя Яшек Барьков жил, и гражданкины. Вот здесь был основной проход. И мы когда сюда подъехали, и уже сосновку видать, и дядя Яша говорит, что-то, ребятки, случилось. Народу что-то собралось, куча. А когда сюда спустились, он спрашивает, что случилось-то? Что случилось-то? Все плачут, что это все. Яков Ефимович, война ведь кончилась. Ой, ну слава Богу. Над землей мушуют травы, облака плывут, как павы, а вон то.
что справа, это я, это я, это я. И мне не надо славы, ничего уже не надо мне идти. Плывущим рядом нам бы жить, и вся награда нам бы жить, нам бы жить, нам бы жить. А мы плывем по небу, эта боль не утихает. Где же ты, вода живая, ах, зачем? Война бывает, ах, зачем, ах, зачем, ах, зачем? Зачем нас убивают? Вы всех помните? Ну, конечно, что же я это помню. А вот, может быть, помните, кто из жителей Сосновки всеми односельчанами уважаемый, и лично для вас он был? Кого в пример, может быть, ставили? Вот из управляющего у нас Койнов был. Угу. Вот он хороший мужик, справедливый был. Угу, угу. Вот он, Петр Васильевич. Угу. Вот бабушка Таня Новикова. Мы как... Она мамаку мою любила, мамака ее любила, она мне рассказывала. Угу. Вот. И она меня жалела все время, бабушка Таня. Угу, угу. Вот это правда было. Вот Петр Дмитриевич Ермаков был простой мужик. Угу. Дядя Егор Артамонов был председателем. Он вот. Первый председатель, ага. Считаю. Угу. Вот он. Угу. Вот. Даже есть фотография, угу. Где-то здесь, возле этого, где тетя Рая живет, вот угу. Здесь, в этом месте. Угу. ЧТЗ стоял. И мы все пацаны, нам по 12 лет, и этот председатель колхоза дядя Егор стоит в фуфайке и заплатка во всю эту вот. Человек просто из простых. Очень хорошие мужики были дядя Тимоша. Тимофей Егорович, ваш это. Он очень простой мужик был, конюхом работал, валенки катал. Вот он пел хорошо, ты рассказывал. Ой. Что у него голос был такой, что он очень пел. Очень был голос такой. Вот тогда, я не знаю, по какой причине мы гуляли у Межениных. Угу. И он гулял. Угу. А с этого дядин Мишин брат Меженина угу. приезжал с Москвы. У угу. него фотоаппарат был уже угу. такой современный. Интересный угу. какой-то. Он фотографировал. И вот он когда это пел... Он говорит, эй, какой голос пропал, какой угу. голос пропал. Угу. Был бы он молодой, в Москву бы его, угу. это был бы второй Шаляпин. Угу. Вот. Он такой голос, он будто как и не это, и не поет, и голос не рвет ничего, угу. ну, так пел. Вот без и... напряжения у него да, получается. Да, напряжения красиво. Не было. Угу. Вот за всю деревню, и он был самый такой певучий мужик. Угу. Не знала я этого. Есть Кошкин Николай Ефимович. Угу. Он был очень добрый, отзывчивый. Все время попроще поможет. Поможет что-нибудь посоветует, поговорит. Когда в Уртажим ездил, тогда он на москвиченцеве, он не поедет один, когда он подъедет к конторе. Кто поедет? Айдайте, я все равно еду. Угу. Вспоминайте его всегда добрым словом, да? Да. Родители для всех. Вот молодцы. Мой прадедушка. А как его зовут? Деда Паня. Я в деревне горжу с бабушкой и дедушкой. И бабой Раей. Да все, кто коренные остался, вот они. Молодцы, да? Признательны, но... Ну ладно. Не бросают Сосновку. Это точно. С каждым годом людей в Сосновке становится все меньше. Но все так же играют свадьбы, провожают в армию, рожают детей...
И вот смотрю я на наших пожилых людей и думаю, пока чувствуют они себя нужными своим детям, внукам, они живут. Так и Сосновка, ведь не молода уже. Пока кому-то нужна, пока есть за ней уход и помощь, она будет жить. Мне побежать далеко-далеко, чтобы никто не нашел. Пусть будет мне нелегко-нелегко, пусть будет мне хорошо. А я не хочу четыре стены, пол, потолок. Солнце хочу, небо хочу, радуг хочу и дорог. А я не хочу четыре стены, пол, потолок. Солнце хочу, небо хочу, радуг хочу и дорог. Четыре.